Всем привет, это Фикспрайс, город Саратов, улица Чапаева, торговый центр «Аврора». Сегодня, как никогда, огромное количество новинок во всех отделах, очень нужные, интересные и полезные. Видео будет интересным, так что с вас лайк, подписка и чашечка капучино, а с меня интересный обзор. Приятного просмотра! Новинок в серии для кухни мало, но они есть. Да еще какие! Это же новинка, набор емкости для специй. В наборе 3 штуки. Такие емкости идеально подойдут для организации хранения специй и трав. Помогут сохранить приправы свежими дольше. Содержимое таких емкостей видно сразу, и нужные приправы легко и быстро найти. Состав баночки – стекло, а крышка – из стали и полипропилена. Два варианта хранения – первый и второй. В наборе 3 баночки, каждый объемом 200 мл. И цена даже всего 99, не 199, а 99 рублей. Новые пиалы объемом 590 мл. Состав грубая керамика. Производитель Китай, 4 расцветки, цена 77 рублей. К этим пиалам в продаже появились чашки объемом 380 мл. А вот составом отличаются, состав фаянс. Также 4 расцветки и цена 55 рублей. Новые декоративные подушки в виде пончиков. Диаметр 38 сантиметров, рисунок только с одной стороны, с обратной стороны однотонные. Прошиты ровно, состав полиэстер, полипропилен. Выглядит симпатично, производитель Китай, 3 варианта, 3 расцветки, сочные, аппетитные, яркие, цена 199 рублей. Рекомендации по уходу, только ручная стирка. Новое кухонное полотенце, серия называется «Варенье». Размер 40 на 70 сантиметров, состав 100% хлопок, полотенце похоже на вафельное. Продается в двух дизайнах, они практически одинаковые, называются «Найди 10 различий». Производитель России, город Иваново, цена 55 рублей. Новые детские полотенца из серии «Дисней». В продаже в этом фикспрессе два варианта, это «Холодное сердце» и «Человек-паук». Размер у полотенца совсем небольшой, я бы даже сказала маленький, 50 на 60 сантиметров. Состав 100% хлопок, рисунок двусторонний. Производитель России, Басковская область, город Балашиха. Полотенце с мультиком «Холодное сердце» в 3 расцветках продается, а с «Человеком-пауком» только в 1 расцветке. Несмотря на маленький размер полотенца, цена достаточно высокая, 199 рублей. Рисунок, который изображен на полотенце, есть с обратной стороны, рядом со штрих-кодом. Постепенно текстиль из Иваново заполняет фикс-прайс. Появился набор, в который входит наволочка и простынь. Наволочка в комплекте размером 50 на 70 сантиметров. И полутораспальная простыня размером 140 на 210 сантиметров. Строчка не очень ровная, кое-где торчат нитки. Очень обычный состав, 100% микрофибра с добавлением полиэфирных нитей. Похоже на синтетику. Несмотря на то, что на картинке изображено однотонное постельное белье, в продаже только яркие пестрые расцветки с узорами и с цветами. Цена за такой комплект 199 рублей. Очень интересная новинка в отделе игрушек – это ванная для кукол. Теперь свою любимую куклу можно искупать. Кстати, почему только куклу? Я думаю, что купать можно также и другие игрушки, так что ванна подойдет как для мальчиков, так и для девочек. Для начала необходимо вставить батарейки, в комплект они не входят, набрать ванну водой и нажать на переключатель. После этого из душа польется вода. Игрушка работает по принципу фонтана. Вот сюда набирается вода, поднимается по пластиковой трубке и льется через лейку. Несмотря на то, что есть кран, из крана водичка не льется. Состав полипропилен, АБС, ПВХ, железо, медь. Ванна продается в двух расцветках, это нежно-розовая и мятная. Рекомендуемый возраст 3+, я думаю, деткам очень понравится идея купать свои игрушки как мальчикам, так и девочкам. Цена игрушки 199 рублей. Еще новинки в игрушках, совсем для маленьких, игрушка «Говорящий малыш». Маленькие пупсики по 199 рублей. Работает от 3 батареек, и они уже в комплекте. Малыш смеется и плачет. Нажимать нужно на кнопку на спинке, и малыш говорит. Мама!
Говорит немного слов только мама и папа, также смеется и плачет. Мягкие ручки, глазки открываются и закрываются. Состав ПВХ, полипропилен и этилен. Рекомендуется детям в возрасте 3+. Такие пупсики продаются в 2 комбезиках, отличаются немного рисунками. И второй вариант такой новой игрушки – это малыш с бутылочкой. Может пить из бутылочки, после чего писать. По инструкции необходимо наполнить бутылочку молоком или водой, напоить или накормить малыша, затем посадить его на горшок или одеть ему памперс. Горшок и 3 подгузника продаются отдельно в наборе по 55 рублей. В комплекте с малышом идет бутылочка, куда, соответственно, вы можете эту водичку или молоко и налить. Батарейки для такой игрушки не нужны, цена такая же – 199 рублей. Новый гель для стирки от марки Биолан. Яркий цвет, без фосфатов. Заменяет 4 килограмма порошка, хватает на 50 стирок. Объем 2 литра. Еще один гель для стирки от марки Пемос для цветного белья. Хватает на 13 стирок, объем 845 миллилитров. Также есть универсальный, который подходит для белых вещей. Цена 99 рублей. Новый Биолан, натуральная чистота для мытья посуды, 900 грамм, 55 рублей. Новый питающий бальзам от марки Clea Vitabo. Питает кожу головы, длительная защита от перхоти. Цена 99 рублей. Объем 180 мл. Неожиданная новинка на полочках Fix Price – электрическая зубная щетка. Подходит для чувствительных зубов. Эргономичный дизайн, эффективно очищает, бережный уход и долгое время работы. В комплекте 2 насадки. Одна круглая и одна классическая. Производитель Китай. Цена 99 рублей. Неожиданная, на мой взгляд, новинка – это крем для рук с маслом конопли плюс гиалуроновая кислота. 8 часов комфорта, нормализует уровень влаги в клетках, заполняет мелкие морщины, глубоко увлажняет. В продаже 3 варианта – это для чувствительной кожи, активатор молодости против морщин и гидроактив увлажняющий. Объем 85 мл, цена 55 рублей. Новые аксессуары для вечеринки – это супер модные очки. Причем дизайны один ярче другого. Состав АБС, пластик, полистирол. Такие супер модные яркие очки по 99 рублей. Напишите в комментариях, какой вариант вам понравился больше. Новинка в отделе «Все для авто», органайзер автомобильный в багажник. В сложенном виде выглядит как портфель. Размер 35 на 18 на 20 сантиметров. Состав фетр и полиэстер. Вот у этой полосочки снимается двусторонний скотч, клеится на багажник. Есть текстильная застежка-липучка для удобного крепления в багажнике. Данную полоску необходимо закрепить в багажнике. И затем на эту полоску, которая будет в багажнике, крепить сам рюкзак, сам портфель. Сюда можно сложить инструменты или другие мелочи. Внутри достаточно вместительная, цена такого органайзера 199 рублей. В сложенном виде органайзер занимает совсем немного места. Новый органайзер с крышкой размером 34 на 19 на 12 сантиметров. Состав пластик-полипропилен не подходит для пищевых продуктов. Крышка закрывается очень плотно, защелкивается с 2 сторон. В продаже 2 варианта рисунка, 2 дизайна, это с розами и с бабочками. Практически модульная система хранения, производитель Китай, цена 99 рублей. Еще одна новинка в отделе организации хранения – это сушилка для белья натяжная. Компактная, идеально подойдет для ванной комнаты или балкона. Суммарная длина линии подвеса 7,5 метров. Состоит из 3 линий, максимальная длина одной линии 2,5 метра. Снабжена функцией автоматического сматывания веревок. На коробке подробная инструкция, как закрепить данную сушилку. Крепления идут в комплекте. Состав сушилки пластик, полипропилен. Цена 199 рублей. Новый чехол для хранения вещей. Размер 100 на 50 на 14 сантиметров. Есть ручки с 2 сторон для удобства. Состав полиэстер, ПВХ. Чехол с двухсторонним замком подойдет для хранения крупногабаритной одежды. Продажа 3 расцветки, цена 199 рублей. На сегодня это все новинки. Если видео вам понравилось, тогда ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии. Я желаю вам отличного дня, прекрасного настроения и продуктивных покупок. Увидимся очень скоро. Всем пока!